Любите путешествовать или собрались отдыхать? Если есть вопросы, мы знаем, где на них смогут ответить. С 21 по 25 июня региональные и местные общественные приемные председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева проведут неделю приема граждан по вопросам туризма и летнего оздоровительного отдыха. Обращаем внимание, прием граждан пройдет в дистанционном режиме. Задать вопрос можно онлайн по телефону 32 65 75.